Свет, у нас есть что-нибудь пожрать? Свет, а что у нас посуда не мытая? О, чуть за тёлка мне пишет. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Свет, ты чё? Чё с тобой? Странная какая-то. У нас впереди целый день и куча дел. Давай начнем с уборки, посмотри, какой срач. Нет. Ну, хотя бы пропылесосим. Не-а. Посуду помоем. Там надо в шкафу разобраться. Не думаю. Может, хоть в парке побегаем? Нет. Нас друзья зовут встретиться. А тут новая серия вышла. Мы хотели поехать на шопинг. Денег сэкономим. Ладно, просто сходим за продуктами. Холодильник пустой. Нет, там есть винишко. А есть мы что будем? О, вот и похудеем. Ладно, давай просто встанем с дивана. А, в жопу, ты победила. Наливай. Я со мной непросто. А кому сейчас? Коллеги, впереди длинные выходные, но, тем не менее, в понедельник кто-то обязательно должен быть в офисе. Я думаю, это будет Светлана. Что ты сказала, собака сутулая? Я тебе чё, блядь, рабыня Изаура? Чтоб ты на мне вот так вот без седла ездила? Руководитель, твою мать. Я здесь, блядь, 5 лет работаю. 5 лет без повышения, без отпусков и практически без выходных. А у тебя я только и вижу в Инстаграме. Она выкладывает фотки. На этих выходных мы в Амстердаме. На этих выходных мы в Лондоне. На этих выходных мы в Париже. Заебала. Слышишь ты, выпердыш ПТУшник, если тебе так надо, вот выходи сама в выходной и ебашь. И ебашь, блядь, без останков. Светлана? А, да, да, конечно, без проблем. В понедельник вызову. Как? Ты меня больше не любишь? Он уходил, она вслед кричала. Не уходи, давай начнем все сначала. Я без тебя больше жить не могу. Я без тебя с ума сойду. Он уходил, она вслед кричала. Не уходи, давай начнем все сначала. Я без тебя больше жить не могу. Я без тебя с ума сойду. Да иди-ка ты нахер. Ой, Илюша, сыграй со мной в Mortal Kombat. Свет, ну не хочу, я выиграю, ты расстроишься. Не расстроюсь, честно-честно. Finish her. Свет, я в первый раз играл. Я сказала, на диване спишь. Мама запрещает мне есть грязь. Шрам убил Муфасу, и Симба остался один. Я не хочу идти в школу. Он вообще не обращает на меня внимания. Он обратил на меня внимание. Он меня бросил. Да я в жизни не сдам эти экзамены. Гречка подорожала. А бензин вообще пиздец. Я не хочу рожать. Родите кто-нибудь за меня. Дочка опять не спала всю ночь. Помогите. Доченька, ты серьезно? Ты плачешь из-за того, что я запретила тебе есть грязь? Я плачу и плачу. О, что смотришь?
подержи. Ох, нет, все. Больше не могу. Свет, доешь, пожалуйста. Ты что, совсем что ли охренел? У тебя совесть есть? Ты хотя бы в чем-то, сволочь, мне помочь можешь? В жопу себе его затолкай! Капец, ты на диете нервная стала. О, мамочка, а че-то ты не спишь? Я пьяная. Кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю, я каждый жест, каждый взгляд. Ну, выпила я пару шампани бакальского. А помнишь, я в детстве 2 раза на французский ходила? О, ты бы сейчас слышала меня в караоке. Non, rien de rien. Non, je ne regrette de rien. Слушай, а у нас есть щи? Я бы сейчас щец похлебала. Мама, мне 27 лет, и я сама могу решать, что мне делать. Да, мама, я поняла, я завтра убираю всю квартиру, и в выходные сижу дома. Моя первая тренировка. Теперь буду заниматься каждый день. Господи, у меня даже на веках мышцы болят. Ты агрегат, Дуся, ты Дуся агрегат. Ты агрегат, Дуся, на 100 кило. Я тебе так скажу. Мужчина в семье должен быть главным. Я тебе сказала, рот закрой и вынеси мусор. Никогда не повышай на мужчину голос. Это неуважение. Ты глухой, что ли? Я сказала, вынес мусор! Понимаешь, сила женщины в ее слабости. А еще раз так на меня посмотришь, я что-нибудь потяжелее возьму. В отношениях самое главное – это терпение. Господи, ты можешь быстрее копытами своими шевелить? Оскорбляя своего мужчину, женщина оскорбляет себя. Ты дебил? Все обиды надо оставлять в прошлом. Это я тебе еще не припомнила, как ты на Ленку засматривался. Нужно всегда давать мужчине возможность самому решать проблему. Ой, уйди, я сама все сделаю. Чмо криворукое. Вот поэтому мы с мужем так счастливо живем. Прям душа в душу. Мы с моим парнем решили жить вместе. Нельзя так просто жить, надо жениться. Он сделал мне предложение. Тихая свадьба с самыми близкими, а потом на море. Как? А тамада, каравай, ползунки, а выкуп? Надо, чтоб как у людей. Мы решили завести собаку. Детей вам пора. Мы купили билеты в Нью-Йорк. К пиндосам. Лучше бы в деревню, вон, грядки полоть. Хочу татуировку сделать. Фу, как уголовница. Работаю фрилансером, сама себе хозяйка. А надо по трудовой. Пусть за гроши, зато стабильность. Да и потом пенсия будет. Продали телевизор, все равно его не смотрим. Телевизор не смотрим. Там же культура большая. I want to break free. Смотри, у меня есть грудь. Хочешь потрогать? Я тебе там борщ сварила, попробуй. Че говоришь? Говно? Согласна. Не то, что у твоей мамы. Ты когда в туалет пойдешь, стульчак не поднимай, хрен с ним. Меня так заводит, когда по квартире разбросаны мужские носки. А давай на мой день рождения ты просто поиграешь в PlayStation, а я молча посижу рядом. Видал, какая у Маринки жопа? Да. Ну и куда это мы собрались? На мальчишник? В стриптиз-клуб? А, потом в сауну. Вернешься через 2 дня? Конечно, иди, хорошо тебе отдохнуть.
Может, тебе деньги на мелкие разменять? Все люди как люди, а я суперзвезда.